Бисмилляхи рахмани рахим. В последние, так сказать, месяцы политическое и медийное пространство России скукоживается, сжимается, и оттого большой интерес к тому, что происходит в коридорах путинской власти, скажем так. Потому как в условиях, когда нету нормального политического обсуждения, когда политология не работает, когда все каналы информационные закрыты, и поэтому большой интерес к конспирологии, к тому, что в советское время называлось криминология или советология. В Соединенных Штатах были специальные люди, эксперты, которые занимались тем, что исследовали поведение кремлевских старцев, и на основании того, кто как себя ведет, кто что сказал, кто за кем стоит во время похорон какого-нибудь видного члена Политбюро, они делали выводы о состоянии элиты и перемещении там на этой пирамидальной системе. Ну, потому что других источников нет, и поэтому приходится заниматься тем, чем занимается, например, южно-китайская или японская разведка, когда изучает какие-то телодвижения вокруг Ким Чен Ына. Да, какие-то разрозненные данные получает, и вот из косвенных каких-то фактов выстраивает некую целостную картину. У нас примерно то же самое, хотя, конечно, система не столь закрытая, но бреши, которые существуют, эти бреши иногда сознательно выстраиваются для того, чтобы через них проецировать некие, ну, скажем, левые факты, называется «Утка». Одним из таких каналов «Уткой» является телеграм-канал, с недавнего прошлого еще и YouTube-канал «Генерал СВР». Я вижу, что очень многие люди, и братья, и сестры тоже сидят плотно на этом информационном, я извиняюсь, сливном бачке, вот, и внимают всему тому, что там говорят люди, которые позиционируют себя представителями высшего слоя службы внешней разведки. Вот буквально недавно я прослушал, значит, ролик, YouTube-ролик о том, как генерал СВР рассказывает про Путина. И просто в этом 10-минутном ролике огромное количество противоречий, которые меня настолько резанули слух, что я решил сделать на этот счет видеоролик. Ну, например, он говорит о том, что Путин меня хорошо знает, в свое время нас познакомили, Путин ввел меня в круг доверенных лиц, я стал его советником, стал присутствовать на всех совещаниях. И Путин, в общем, так очень был доволен моими знаниями, навыками и моими методологическими разработками. Но дальше он говорит, что Путин попросил познакомить его с некой спортсменкой, и якобы, значит, этот генерал СВР устраивал им встречи тайные, значит, адюльтер. Вот. И тот генерал СВР работал таксистом и водил эту девушку. То есть просто уму непостижимо. Человек, который является советником Путина, там, генерал-лейтенантом, работает еще и таксистом. Потом он вот рассказывает эту историю, дальше становится понятно, что человек работает просто как бы на такое низменное восприятие людей, которые вот хотят получить какой-то жареный факт. И этот человек обязательно, как барон Мюнхгаузен, должен присутствовать во всех историях. Да, там, из болота себя вытаскивать за косичку, на ядре, значит, на Луну путешествовать, ну и так далее. А дальше последние 3 минуты ролика этот генерал СВР просит уважаемых подписчиков помогать им, значит, донатить и все такое, и становится понятно, что это чистые лажи. Но на начальном этапе этого проекта он, конечно, выстрелил. Он выстрелил, там же подвязался такой деятель, как Валерий Соловей, который бесспорно является тоже одним из элементов вот этой вот общей картины, которую создает Кремль. Конечно, он один из сподручных кремлевских деятелей, какой башни только неизвестно, там действительно много башен, но факт остается фактом. Этот канал, он нужен для того, чтобы сознательно вот банализировать любую возможность анализа того, что происходит.
И весь анализ должен опуститься до уровня обсуждения каких-то вот деталей здоровья или, значит, личной жизни Путина или его приближенных. Вот. Это вот сознательная деза, которая использовалась всегда. Потому что человек, который вот мыслит такими мелкими категориями, он не способен на восприятие общей целостности. Он сконцентрирован на мелких вещах. Человек, который сконцентрирован на локальных проблемах, он не способен не просто осмысливать большую проблему, он не способен действовать в этой проблеме. И задача этих людей – просто забить информационную повестку вот этой вот швалью информационной, этим шлаком, вот, сказать, что вот, ничего невозможно сделать. На самом деле все является вот такой какой-то кашей, и вы вот ждите, что скоро-скоро, значит, раковая опухоль там, которая якобы есть у Путина, наверное, будет разрастаться, еще что-то, или там, как рассказывает Соловей, они производят сеансы там черной магии, это тоже присутствует, но проблема в том, что они хотят переориентировать на себя внимание. Все это тоже известный метод, который используют в том числе спецслужбы, дробить информационный поток, дробить дискурс на вот такие несвязности. То есть Валерий Соловей, который позиционирует себя ни много ни мало как политолог, занимается, просто говоря, тем, чем занимаются желтушные издания. В свое время этим занималось такое издание, как «Экспресс-газета», известный там в 90-х, начале 2000-х, который там вот писал всякие такие вещи. Понятно, что она была ориентирована на определенную часть аудитории, которая живет вот этим вот грязным элементом. Поэтому я считаю, что и генерал СВР, и Валерий Соловей, хотя и говорит красиво, как у Тургенева в «Отцах и дети», «Друг Аркадий, не говори красиво», она... Вот это вот, вот эти два проекта, на самом деле, это общий один проект, нацелены на то, чтобы либеральную часть аудитории раздробить. Если вы помните, Валерий Соловей так громогласно одно время заявил о том, что он создает некое движение, по-моему, движение перемен или что-то такое. И даже, значит, чтобы легендировать эту тему, его задержали так тоже очень красочно на улице, когда там... Было какое-то шествие, в том году это было, его так задержали красиво, все это значит, отсняли, картинка красивая была, потом якобы он там просидел сутки, и его выпустили. То есть понятно, что его хотели сделать неким альтер-эго Навального, но не получилось, поэтому этот проект потихоньку остывает, но люди, которые в него вложились, и люди, которые курируют этот проект, им, конечно, невыгодно, чтобы он затухал, поэтому они подкидывают вот эти вот жареные дровишки вот, в виде каких-то вот абсолютно тупых фактов. Ну, я не знаю, на кого они рассчитаны, но эти люди, понятно, не хотят сходить с конвейера, они хотят быть в тренде, они хотят участвовать в том, что сейчас называют транзит власти. Не секрет, что этот транзит так или иначе будет происходить. Он не обязательно будет происходить в виде прямого замещения Владимира Владимировича. Потому что тот уровень и тот комплекс власти, полномочий, которые у него есть, просто так ксероксом не отпринтишь, не передашь. Это огромные полномочия, которые ему передавались там 21 год. И, соответственно, простое перемещение невозможно, это создаст просто разбалансировку системы. Поэтому внутри системы действуют разные структуры, разные силы, которые заинтересованы, чтобы транзит власти прошел по их сценарию. А Путин как бы выступает неким таким вот патерфамилиас, отцом вот этого всего огромного корпоративно-коррупционного семейства. И вот эта часть, одна из частей, одна из башен, как говорят, или один из подъездов Кремля, это вот люди, которые курируют то, что называется генерал СВР и товарищ Соловей. Но наша задача
мух от котлет отделять. Мы не должны впадать вот в такой вот информационный маразм и считать, что политика или политический анализ – это вот копошение вот в этом человейнике. Нет, политика – это вещь серьезная. Политика, как говорил тот же Аристотель, это дело королевское, это дело аристократов. Это аристократы духа, кшатрии, воины могут исповедовать политику и могут эту политику реализовывать по-настоящему. А вот такого рода деятели, как Соловей и те, кто за ним стоит, они сознательно политику перещелкивают в политиканство. Они говорят, что нет, политика это вот какие-то магии, это какие-то там девушки, там свидания, ну вот все вот это вот, вся эта ерунда. То есть сознательное банализирование, сознательное опускание политического дискурса в то, что для либералов, для либерал-чекизма является верой. Они верят в страсти, они верят в какие-то рюшечки, они верят в побрякушки, они верят в то, что власть – это яхты, деньги, девушки, а у кого-то и мальчики. Нет, власть и политика – это вещь божественная, потому что политический вопрос – это вопрос о подлинной власти, а подлинная власть – как известно, только от Бога.